Первый этап благоустройства озера Казённое завершен в Лукояновском районе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». За последние 5 лет в рамках этого нацпроекта в Нижегородской области были благоустроены около 2500 объектов. Это дворы и общественные территории. Когда этот пруд сделали, он притягивал к себе своей красотой и возможностью отдохнуть не только одному, но и семьей. Локация Казённого пруда – это основная зона отдыха для нашего населения, для населения не только самого города Лукоянова, но и близлежащих населенных пунктов. Мы приняли в эксплуатацию детскую площадку, благоустроенную по этой программе. Но на этом благоустройство берега Казённого пруда не останавливается. Опять же было голосование, жители проголосовали за продолжение благоустройства как раз вот берега Казённого пруда. И 2025 год проект будет опять реализовываться на берегах нашего пруда.